Всем привет! Представляю вашему вниманию столик кофейный, миниатюрный. Высота этого столика 58, крышка 44. Как обычно, слайд-шоу с поэтапным изготовлением этого столика в конце видео. Сделал из сосны в домашних условиях. Меня просили сделать столик маленький, чтобы можно было его подносить к дивану, когда нужно, чтобы попить кофе. Вот что у меня вышло. Как просил заказчик, немного больше табуретки должен быть по размерах. Здесь я точил шип на 30 миллиметров. В этих тоже просверлено отверстие на 30. Сначала прикрутил саморезами к ножке эти рейки, потом прикрутил на 4 самореза уже крышку. Такая конструкция. Углы скруглил. С круглым мне хотелось иметь дело. Проще так. Вот получился такой маленький привлекательный столик. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И будем делать что-то дальше.